Всем привет! Вы находитесь на канале Алена, и сегодня я покажу, что заказала в Фаберлике, мой заказ по третьему каталогу. В этом заказе у меня было очень много представлено из дома Фаберлик. Сейчас покажу вам вот средство чистящее для туалета. Оно шикарно удаляет ржавчину, всевозможные известковые отложения. Знаете, имеет такой не сильный запах, то есть такой легенький аромат. Очень хорошее средство. Я, в общем-то, сама пользуюсь и пользуются многие из моих знакомых. Вот сегодня как раз заказала одна подруга, и второй заказала вторая моя подруга. В заказе у меня их аж сразу два. Ну, сами понимаете, если заказывалось для туалета, логично, что и заказалось сразу и для ванной комнаты. То же самое, то есть шикарно удаляет грязь, мыльные разводы. Знаете, мне оно очень нравится. Расскажу почему. У меня в ванной, ну, в свое время сделали, как бы не подумавши, черный кафель. И на нем разводы очень быстро и сразу видно. И знаете, какими средствами я не пробовала убрать эти налеты, к сожалению, не получалось. Вот как бы для чистящего средства для ванной комнаты из дома Фаберлик мне очень понравилось. То есть разводов на черном кафеле уже нет. Тоже в этот раз у меня две таких бутылочки. Тоже заказали две мои подруги. Следующее средство — это для мытья посуды. Тоже очень любят, тоже заказала моя подруга. Я себе такое тоже брала. Это, знаете, тонкий аромат яблок. Вот сейчас я вам покажу подальше, чтобы все было хорошо видно. Знаете, настолько тонкий и ненавязчивый аромат. Я думаю, что он понравится очень многим, потому что нету, вот знаете, такого никакого. Вообще у дома Фаберлик косметики для дома нету резких ароматов. Еще чем он хорош, то есть он подходит для мытья, вот я вам сейчас покажу, чтобы было видно, для мытья фруктов и детской посуды. Помимо этого аромата, она же заказала и вот такое с ароматом алоэ вера. Тоже такой не сильный аромат. Еще чем интересны эти средства? Тем, что можно их разводить можно один к одному, то есть до пропорции 1:4. Так как она заказала эти средства, то есть она заказала еще вот такой вот тоже Фаберлик. Очень продумал все хорошо, то есть специальный флакон для разведения. Причем посмотрите, вот я вам покажу, здесь как можно, нужно разводить: вода, средства и в какое соотношение. 1:1, 1:2, 1:3 и 1:4. То есть, чтобы понятно было, вы наливаете воды, да, и потом доливаете средства, все это смешиваете, и, пожалуйста, можете пользоваться. В зависимости от того, сколько вы хотите, какой пропорции развести. То есть вам не надо ничего высчитывать, ничего думать. Все, обо всем Фаберлик подумал о вас. Очень хороший флакончик, очень удобный. То есть он с дозатором. Вы можете как бы мыть дозированно, капельку капнул на губочку, там на фрукт. Вот такой флакон у них есть. У меня всегда, в основном, очень часто, вы, может быть, если смотрели перед этим мое видео, наверное, обратили внимание, что многие мои знакомые заказывают дом Фаберлик вот еще из этой же серии крем для чистки металлических поверхностей. Это тем, у кого такие, знаете, посуда как бы алюминиевая, не очень подойдет. Да, вот те, у кого из нержавеечки посуда, вообще шикарно, оно дает блеск посуде, чистит, вы не увидите никакого нагара. То есть очень хорошее средство, оно такое, знаете, как паста слегка, то есть намазываешь кастрюльку, чуть-чуть подождешь, и потом губочкой потихоньку начинаете как бы смывать. Средства для стирки. Ну, я уже говорила, что большой у меня заказ из этой серии, то есть это был
была хорошая цена в этом каталоге, в третьем, гель для стирки особых тканей. То есть флакон, вот небольшой такой флакон, его хватает аж на 20 стирок. То есть мы пробовали, ну вот такой, конечно, нет, брали другой, и могу сказать точно. То есть если они пишут 20 стирок, то значит, да, точно хватает на 20 стирок. В этом каталоге я, ну как бы, была очень хорошая цена на шампуни серии Bioarctic. В прошлом моем заказе, может быть, вы тоже видели, у меня было несколько. Там шла хорошая цена 69 рублей для жирных волос. Это то, что вот мне нужно. В этот раз объем для тонких и ослабленных волос. Ну, жирные волосы, я могу сказать, что редко бывают как бы толстые. Они в основном как раз и являются тонкими волосами, которые очень быстро салятся, пачкают и теряют свой вид. Ну вот, я и такой еще шампунь не пробовала, Bioarctic. Я очень люблю, мне нравится. Пользуюсь я обычно без бальзама. В прошлый раз я взяла себе бальзам. И в этот раз, к сожалению, бальзама по хорошей цене не было. Но так как им можно пользоваться без бальзама, я взяла себе... Но в этот раз я решила взять себе два шампуня из этой серии. Это гель для душа увлажняющий, крем-гель. Я тоже взяла для себя. Здесь, знаете, такие небольшие нотки кокоса. Он молочком слегка. Такой вот, знаете, есть небольшой запах молока и молока, ну, как бы кокосового молока, вот если точнее. Вот взяла себе такой вот гель. Следующее из заказа тоже я взяла для себя. Была очень хорошая цена в каталоге 99 рублей. Это зубная паста. Защита от зубного камня и налета. Взяла попробовать. Эту серию я не брала. Я вообще очень люблю. Сейчас я вам распечатаю, покажу. Вот она такая. В таком. Открою сейчас. Текстура, чтобы была видна. Вот, знаете, такая очень густая текстура, не жидкая. И вот я только начала его выдавливать, ее зубную пасту начала слегка выдавливать, и могу что сказать, сразу почувствовался такой приятный запах мяты. Мне запах очень понравился. И, ну вот, попробую, на самом деле идет защита от камней и налета. Не пробовала, пока ничего сказать не могу. Когда буду показывать пустые свои флакончики, я вам об этом расскажу. Тоже в этом каталоге была хорошая цена на зубную нить. Так как я заказала ее себе, то есть я могу ее распечатать, вот, чтобы было видно, вот такая она зубная нить. Там было написано, что тоже с ароматом мяты. Ну, что могу сказать, аромата мяты я не чувствую. Вот знаете, когда просто ниточку вытаскиваешь. Но, может быть, когда ее смочишь водой, будет аромат. Ну, не могу сказать, пока не пробовала. Вот открыла, чтобы можно было показать. Беру тоже первый раз. Заказали опять у меня. Вот, знаете, я обратила внимание, что тоже очень часто заказываю для деток вот такую вот зубную пасту. Со вкусом она клубники. Очень деткам нравится. Вот кто у меня заказывает, она ее, ну, практически все время закончилась, берет. Она хотела еще с другими, как бы, ароматами и вкусами. Но, к сожалению, вот не было. Было только с клубничкой. Взяла пока одну. Во втором каталоге, вот со вторым, вернее, заказом, мне пришла вот такой вот твой бонус карточки. Ну, что могу сказать? То есть я, к сожалению, не смогла ими воспользоваться, потому что цены в каталоге были гораздо ниже, чем вот мне пришлось. Но у меня было два интересных предложения, которыми я воспользовалась. Был гель для душа. Гель для душа я взяла из этой серии. Там был выбор достаточно большой. Ну вот я решила, что возьму гель для душа, потому что это беспроигрышный вариант. То есть этим мы всегда и все пользуемся. И я эту серию, честно, для себя не брала. Аромат мне тоже очень понравился. Как будет на коже, расскажу, когда буду обзор делать пустых
флакончик. Следующее тоже то, что вот взяла, это была представлена серия «Ботаника». То есть там тоже можно было взять несколько, какие-то выбрать из всевозможных средств. Вот я тоже взяла шампунь, себе я тоже не пробовала. Он тоже идет для ослабленных и склонных к выпадению волосам. Взяла попробовать. Аромат мне тоже понравился. Но я вообще могу сказать, что редко я встречала у Фаберлика ароматы, которые, знаете, были такие резкие. В основном они очень приятные и ненавязчивые. Еще я заказала вот такие колготки. Вы знаете, что могу сказать? Эти колготки я заказываю очень часто для себя, для своих там знакомых, родственников. Очень хорошие колготки. Они настолько хорошо сидят на ноге, великолепно смотрятся. Там есть разные цвета. Вот я взяла 40 Дэнг, сейчас вот на весну. Туда чуть попозже возьму еще и 20 ден. Могу сказать, что они, знаете, даже по сравнению с другими рвутся очень, ну, как бы долго держатся, очень не быстро рвутся, поэтому хватает их надолго. Вот я заказывала, наверное, 2 или 3 каталога назад себе колготки. И, знаете, вот до сих пор не зацепочки, вообще практически как новые, шикарные колготки. Если хотите, я вам сейчас покажу. Я думаю, что хотите посмотреть, как они выглядят. Потому что это мои, я могу их распечатать и показать. Вот смотрите, они настолько эластичные, настолько хорошие. Я думаю, что если вы еще не пробовали, не заказывали из этой серии колготки, то я вам их очень-очень рекомендую. Следующее, то, что заказала в этом каталоге Фаберлик, это вот такие вот румяна. Вот такой коробочки они были. Их заказала моя дочка. Сейчас я вам покажу, как они выглядят внутри. Вот, посмотрите. Очень приятные. Еще не пробовала, она не пользовалась и пользоваться ими не пробовала. Поэтому что-то сказать пока не могу. Но на вид очень хорошая коробочка такая, знаете. Вот легкий аромат, вот, ну, практически не чувствуется. То есть нету вот навязчивого аромата, очень такие интересные цвета. На весну я взяла себе духи. Вот сейчас покажу, как выглядит коробочка. Я уже начала их сразу распаковывать, чтобы показать вам пузырек. Духи взяла для себя, что-то, знаете, было солнышко, было хорошее настроение. Я подумала, а почему бы не взять себе какие-нибудь такие легкие духи. Мне понравился на картинке флакон. Флакон тоже такой, вот вы увидите, очень интересный. Легкий аромат цветочный. И вы знаете, вот что-то перекликается с яблоком, вот на мой как бы вкус. Могу сказать, что мне аромат тоже понравился. Вот на весну, мне кажется, будет самое оно. Следующее, что было в заказе, это была вот такая помадка. Заказала моя подруга. Я вам сейчас цвет покажу. Цвет я вам могу показать. Вот такой очень интересный цвет. Я думаю, что будет на губах смотреться просто шикарно. Вообще, Фаберлик помады очень хорошие. Они хорошо смотрятся как на губах. У них такая красивая упаковка. Знаете, если вы даже кому-то думаете, что подарить, то есть и знаете, какой им цвет, то вот, пожалуйста, один из вариантов. Достаточно недорого, в районе 250 рублей, но очень оригинально, очень красиво и необычно. Следующий заказ – это лак. Сейчас я вам покажу вот такой. Тоже заказала моя подруга. Он, знаете, тоже нам понравился очень цвет. Сейчас я вам скажу, покажу номер. Сейчас 7318. Вот такой вот цвет. Накрасить не могу, потому что, в общем-то, не мой. И не хотелось бы. Она разрешила. Оленька, тебе привет. Что можно показать. Но вот, к сожалению, как бы накрасить не могу. Ну, не очень было бы. Правильно, была новинка. Она взяла себе еще вот такую новинку. Это 7407. Вот такой цвет. Вы знаете, она просто не любит очень таких ярких цветов. И берет обычно такие
не броские, не яркие цвета. Тоже мне цвет очень понравился. Я думаю, что тоже будет на ногтях смотреться просто великолепно. Вот такая коробочка тоже. Тоже, кстати говоря, если вы думаете что-то, ну, кому-то подарить, тоже очень неплохой вариант. Следующая она взяла тоже вот такую вещь из Фаберлика. Это для того, чтобы, покрасив ногти, сверху покрасить, чтобы лучше держалось, красивее смотрелось. Называется Винилюкс. Вот. Это она взяла клаком. Мы еще, к сожалению, никто его не пробовал. Сказать, как это будет смотреться, к сожалению, пока не могу. Но потом узнаю у нее и расскажу вам. Следующее, то, что заказала моя дочка, это был оттеночный бальзам для губ. Была очень хорошая цена, 79 рублей. Он как бы визуально увеличивает объем губ, увлажняет и смягчает кожу. Вот. Ну, взяли попробовать, то есть была очень хорошая цена, решили, почему бы не попробовать и не взять. Ой, извиняюсь, он у меня упал. Сейчас я вам его открою и покажу, как он выглядит. Так, упаковано на совесть, как и все у Фаберлика. Вот какой у него натуральный цвет получается. Но опять же о том, как он вообще на губах, об ощущениях, я расскажу вам уже, когда буду делать обзор пустых флакончиков. Еще в этом заказе у меня была очень интересная вещь. Это была вот такая вот футболочка. Тоже заказала моя подруга для своей дочки. Разрешила мне показать. Я вам сейчас покажу, как это все сделано. Могу сказать сразу, я уже перед этим посмотрела, полюбопытствовала. Стрейч, то есть тянется. Здесь корона. Якорь вышитый пайетками, сделано все очень аккуратно, швы обработаны, я вам сейчас покажу, все шикарно, все обработано, все правильно сшито. Здесь два, как положено, шва, то есть идет шов и обметка, то есть это правильно. Что мне еще понравилось, я вам сейчас покажу, то есть пришитые пайетки, они за, то есть чтобы не раздражали кожу, вот с другой стороны ниточки сделана такая вот, наклеена такая как бы ткань в виде сеточки, которая вроде и не будет очень толстой, и в то же время не будет нитки раздражать кожу. И если ребенок потянет за ниточку, то все пайеточки у вас не разлетятся. То есть мне очень понравилась футболочка. Посмотрите, какой красивый рисунок. Девочке, я думаю, очень понравится, потому что тут как бы корона. Дети любят короны, особенно девочки. Представляют себя принцесс. И вот такой вот оригинальный якорь. В общем-то, на этом, наверное, все. Мой обзор по третьему каталогу фирмы Фаберлик закончил. Было очень приятно с вами пообщаться. Жду вас снова на своем канале.